Ну что ж, вперед! Приветствую всех, с вами Хулдым. И мы снова в плюшевых падлах, только уже вторая часть этих плюшевых падл, хотя, скорее всего, можно назвать эту часть плюшевые тиктокеры, потому что, ну посмотрите вот на этих вот за раз. Ну, их по-другому не назовешь. Они тиктокеры, они еще и те тиктокеры. Так, открытие. Новое лицо Фредди Фазбер Спица. 12 AM, первая ночь. Да. Пройдем, как обычно, по две ночи, думаю. Ой, как быстро. Не будем пропускать звонки. Блин, опять она. Ой, вторая часть. Ну, а следующая часть будет, конечно, это будет третья. О, Марионеточ. Марионеточ появился. А как? Шифтом? Как это? А как мне? А как в коридор светить? Как светить? А, пресс-холд, либо холд, либо что? Или КТРЛ? А, ясно теперь. Все, я понял. Честно, эта игра, ну, она такая именно. Честно, я ненавижу эту часть так же, как и первую, но минус один в том, что она даже посложнее, чем, черт возьми, это первая часть. По атмосфере она, конечно, чуть-чуть упала, но... Ну, в некоторых аспектах по атмосфере эта игра упала, по моему мнению. Но добавился другой страх. То, что мы не защищены ни от кого. К нам кто угодно может прийти. И всем будет пофигу. О, забыл. Маска. Вот именно в этой маске и проблема. Эти собаки просто там, как я помню, по системе. Например, если тиктокеры к нам зайдут, ну, это вот оригинальные аниматроники вот эти вот. Точнее, не оригинальные, а эти... Той аниматроники к нам зайдут, нужно где-то пару секунд нам будут давать именно на то, чтобы одеть маску. А вот уже, ну, как сказать, а уже если к нам зайдут эти алкаши, спившиеся аниматроники из первой части, то там вообще на одного нужно полсекунды. И если ты не успеешь, ты сдохнешь. Вот такие вот дела. Из-за этого приходится буквально, ну, понимаешь, одевать маску сразу. Ну и экономить теперь придется нам фонарик. Брат, ты уже разговариваешь 2 часа ночи. 2 часа ночи, а он до сих пор говорит. Прям как я. Подожди, кто-то ушел? Поверни. А, фу, эти тиктокеры на месте. Я уж испугался. Пройдем. Ой, блин, а вот он, марионеточ. Music Box. Увидимся в следующей ночи. Мы пройдем эту ночь, эту первую ночь, мы пройдем и вторую, скорее всего, за одну серию. Этого будет достаточно. Все, что нужно. Всего лишь за ночь пройти, за одну ночь нужно пройти. Точнее, за одну серию пройти 3 ночи. Ой, они... Твари, где вы? КТРЛ, где они? Блять, Music Box. Блять, не кажется ли кто-то уже в коридоре? Блин, я испугался. Где они? Никого не видно. Мангл.
Тварь, вот ты где. И где Music Box? Давай заведем его до конца, чтобы я вообще не волновался. Ни шот. Никого? Где эти собаки? Этот здесь. Чикуси нету. Никого нету. Этот на месте. Куда делась это? Наша любительница пиццы. Хреновые тиктокеры, пошли нафиг. Я не буду с вами снимать тикток. Никакого тиктока. Никакого тиктока. Блин. Я думаю, вы не можете понять, почему я тикток называю тиктокерами, называю этих аниматроников тиктокерами. Ну, причина довольно простая. О, нет. Собаки, они скоро будут тут. Где? Где тиктокер? Этот тиктокер на месте. Ко мне что, никто не зайдет даже в первую ночь? Подожди, где они? Почему звук играет? Я выпустил марионеточка? Они по вентиляции, собаки. Где ты? Блядь, собака, она по вентиляции лезет. Сейчас появится. Никого не видно. Неужели ко мне... Ай, тварь, она тут. Марионеточка. Блядь! Сдохнуть на первой ночи. Поздравляю, пацаны. Я сдох на первой ночи. Первая ночь. Как так? Серьезно? Помереть на первой ночи. Я умер в первую ночь. Просто охренительно. Что может быть лучше, чем сдохнуть на первой ночи? Звонок Фунгая я пропущу. Подождите секунду. Фунгая я точно пропущу специально. Я специально Фунгая пропущу. Просто охренительно. Ну что может быть лучше-то? Что может быть лучше? Сдохнуть, блин, на первой, сук, ночь. Первая, сук, ночь. Первая ночь. О, наконец-то. Собаки хреновые, тиктокеры. Мьют. Нам не нужен этот звонок. Хотя, может, я, конечно, мог его оставить, но уже поздно. Ладно, сидим. КТРЛ, КТРЛ. Ясно, буду знать. Если они в вентиляции, надеваем маску нахрен. Теперь я запомнил правила. Блин, зря я отключил этого. Фунгая. Фунгая отключил, потому что... Ну, блин, будет скучно так сидеть, ждать, когда эти тиктокеры выползут из своих нор. Подожди, один, кажется, сбежал. Двигай меня, пожалуйста. Нет, тиктокеры не сбежали. И... Ой, вот это вот меня больше всего бесило, потому что вот с этой маской ни хрена не понятно, успел ты, не успел. А особенно на последних ночах будет примерно то же самое. Я не знаю, есть ли тут возможность сыграть в ту же игру, которая была раньше, ну, именно... 4 на 20 или там больше, хотя их там, блин, по 20 штук, их же до хрена. Если их все на 20, если их всех на 20-ку поставить, то я думаю, я не выдержу. Там нужно настолько сильно натренировать руку, чтобы переключаться на маски, чтобы это было пипец как быстро. Я, конечно, во ФНАФе так еще, блин, сколько я раз умирал. Вы, конечно, увидели всего пару смертей моих, хотя вы должны понимать, что их было больше на первой части. Я умер там больше, думаю, блин, примерно 100 раз. И потратил я на это, как вы знаете, больше 3 ночей. Ой, блин.
фигово сидеть в тишине. Это давит, честно говоря. Это тишина, никаких звуков. Скучно. Можно? А подожди, а где Фредик? О, это все еще здесь. Та же старая добрая подсказка. Больше ни на кого не нажмешь. Все, музыкальная коробка активировалась. Активировалась музыкальная коробка. Хренова марионетка. Чарли, пошли, пошла ты нафиг, я не Уильям. Я не Уильям. Не надо меня убивать, Чарлот. Шарлотта, не убивай меня. Я, конечно, люблю Уильяма. Своеобразно, так скажем. Как сказать? Просто интересный персонаж. Безумные отчасти в этом, именно из-за этого и гениальный одновременно, благодаря своему безумию. Ой, подожди, 7 минут. Получается, нам хватит только на одну ночь, да, времени? Ну, хотя нет, возможно, хватит и на больше. Если каждая ночь будет идти где-то примерно по 7 минут, каждая, то шансов будет больше. Music Box. Все, завели, ушли. Скука. Пипец будет, если я сейчас увижу Алда. Привет тебе, Олд на первой ночи появится. И именно, по правде, именно во время, в эпоху FNAF 2 слово Алды тут. Алды тут означало кое-что страшное. Блин, сбежал собака. Где ты? О, нет, они тут. Где ты? Собаки, они здесь. Так, мюзик. Спаки. Мюзик. Тихо, не смей. Где она? Она что, уже рядом с вентиляцией? Но пока что звуков я не слышу. Так. Я напряжен. Сука. Они близко. Ползет. Ползет собака. Бонни ползет. Скоро появится. Сука, ты где? Ползут, суки, ползут! Блин, мне страшно! Где эти падлы? Где вы? Все, ползет. Сейчас появится, сука. Блять. Выходи. Они ушли? Блять, марионетка. Нет! Music Box! Чуть не померли. Мы чуть не сдохли. Где они? КТРЛ. Блин, забываю про него. Блин, собака, у меня палец дергается, ё-моё. Даже на первой ночи, блин, так напряженно. Блин, они уже здесь. Суки. Блин, скорее, марионетка, сука. Марионетка. Марионетка — это самое страшное, блин. Потому что если ты ее пропустишь... Блин, что ты наделал, дебил? Пошел нафиг. Хренов заяц, блин. Только попробуй меня убить. Шел ты нахрен. Где? Вентиляции их нет.
Все, собаки здесь. Вентиляции. А, нет. Есть! Да! Есть, есть, есть! Да, победа! Хотя, честно говоря, слишком слабые возгласы детей. Где крики получше? Что это такое? Возгласы детей должны быть получше. Ну давайте еще одну ночь. Еще одну ночь поиграем. Поиграем еще одну ночку. Еще одну ночью. Ночью, ночью, ночью. Пожалуйста. Давай, прогружайся скорей. О! Так, все. Вторая ночь. Поздравляю. Скорее, Music Box, она уже выходит из строя, собака. Привет, пацан. КТРЛ забываем. Ой, пипец будет, когда будет третья, четвертая ночь. Тогда же появятся олды. Появятся олд-аниматроники. Они мне так сильно голову выжгут. О, он сейчас рассказывает, кажется, про пружинные замки. Про старую технологию аниматроников. Так, сбежала Чика. Все, Чика сбежала. Где ты? Она в коридоре сейчас должна быть, скорее всего. Ой, Фокси. А, вот он и Фоксиан. А Фоксиана надо пугать именно светом. Слава тебе, Господи, Фоксиана можно отогнать. Он самый мерзкий из всех. Честно говоря, чаще всего все подыхали именно из-за Фоксиана. Давай, давай, давай. Первый час. Честно говоря, этот звук именно, он является... О, серьезно, Монгол! Монгол активировалась на первую... Секундочку, она должна появиться максимум на третьей ночи. Какая, блин, вторая ночь? Какая вторая ночь? Вы охренели? Вы охренели, наркоманы? Они охренели? Какая, блин, вторая ночь и Монгол? Я охренел-то, когда они активировали, когда Фредди активировался на третьей или на какой ночи. Точнее, не-не-не. Я офигел от пасхалок, которые появились сразу. А тут, блин, Монгол. Монгол должна появиться на второй, на третьей ночи максимум. Собаки. Шли вы нафиг. О, нет. Ясно, кто-то ползет по вентиляции. По вентиляции кто-то ползет. О, нет, первый хеллоу. Первый хеллоу, первый хеллоу. На четвертый хеллоу, кажись, уже будет то, что он будет заходить к нам. Надо смотреть. Чё ты смеешься, подлюка ты мелкая? Она здесь, где этот собака? Почему? Фокси, пошел нафиг! Свечу, свечу, свечу. Моргаю, моргаю. Все, сдрысь, не пошел нахрен. Блять, марионетка, сука. Сучамба. Так, Чика. Ползет собака, ползет, ползет, ползет. Бонни, да, Бонни. Бонни. Ну или это той Бонни ползет. Пошли вы нахрен. Так, все, маску. Пошел ты нахрен, Бонни. Ждем этого. Где пацан? Пацан где? Ой, пацан ползет. Сейчас появится пацан. Все, теперь надо закрыть. О, да, вот он, пацан. Надо сидеть теперь в маске. Сидим в маске. Сидим, пердим. Буду надеяться, этот пацан сейчас уйдет. Ты ушел? Да, ты ушел. Слава тебе, Господи. Блять, быстрей. Марионетка, не смей. Марионетка, фу. Все, тихо. Где эта собака? Почему опять кто пришел? Кто пришел опять? Блин, я опять... Едрить, бодрить! Пошли вы нахрен! Свечу, 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 свечу. Блин, первый хеллоу.
первый Хэллоу скоро появится собака. Да пошли вы нахрен, какой ли второй Хэллоу? Насколько вас светить надо? Почему они не уходят? Мангал, уходи! Блин, маска. Буду надеяться, Мангал сейчас не нападет. Я завел шкатулку. Буду надеяться, она сейчас не бомбанет. Блин, у меня очень быстро кончается заряд. Пропал. Почему? Почему они не уходят? Блять, марионеточка. Нет, нет, нет! Суча! Все, пошло нахрен. Мангал, да почему ты не уходишь? Мангал. Давай, ладно, в маске сижу. Кто это? Пошел ты нахрен, той Бонни. Ой, боже мой, я напряжен до звезды, потому что хочу пройти вторую ночь. Вторую ночь, мать тебе, иди. Да почему ты не уходишь? Блять, опять проблемы с марионеткой. Нет! Сейчас сдохну. Я сейчас сдохну. Ой. Блять. Быстрее. Уходи, 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 уходи. Уходи, уходи, уходи. Пожалуйста, уйдите. Пожалуйста. Да, они ушли, они ушли, они ушли, они ушли. Марионеточка, марионеточка. Марионетка, не смей. Пошла нахрен. Я слышу, кто-то ходит. Подожди, почему у меня звуки? Блин, надо в вентиляции. Иди нахрен. Свалила? О, слава богу. Где ты, пацан? Пошел ты нахрен, Фоксян. Блять, опять проблемы с... Блин, марионеточком. Заведи его хотя бы наполовину. Пошел нахрен. Я же сказал, пошел нахрен. Да! Есть! Вот что называется скилл. Вот что значит скилл. Скилл! What? Oops. Братцы. Привет, Чика. Привет, Бонни. Вы чего? Я свой, я ведь Фреддик. Я добрый-добрый Фреддик. Не убивайте меня. Я добрый Фредди, я добрый Фредди. Добрый, плюшевый и очень злой Фредди. Окей, не надо злиться. Что там? It's me. О, старая добрая фраза it's me. И тут мы уже закончим. Две ночи прошли и хватит. И в следующей серии уже пройдем третью. Как видите, прямо опять все пошло слишком быстро. Опять появился... аниматроники появляются быстрее обычного, как я не думал. Но я не знаю, может они и должны так появляться, но я не знаю. Мьютнем звонок, потому что услышим его уже в следующей серии. Ну что ж, ставьте лайки, если понравилось. Пишите комментарии, заглядывайте в описание. Там будет ссылочка на мой дискорд-сервер и дискорд-сервер по Доки-Доки. Буду рад, если вам нравится эта новелла, которая у меня тоже на канале есть. В нее поиграть вы можете. Я буду даже рад. Ну и с вами, конечно же, не прощаюсь. Пишите комментарии и... Ну и всего вам хорошего. С вами я, как обычно, не прощаюсь. Извиняюсь, что я сбился. С вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Оп! Блять. Нормальный такой конец я выбрал, конечно.